Приветствую всех на поляне цветов, возвратные заморозки. Май выдался очень теплым, а июнь начался с минусовых температур, хотя в прогнозе их не было. Это лилии. Они пострадали, хотя могут выдерживать кратковременные заморозки до минус 5. Должны выдерживать, но не выдержали. Я думаю, что было где-то примерно минус 2. По прогнозу было 0. Жаль, очень яблоньку не будет яблочек, потому что они замерзли и теперь почернели, засыхают вот такие вот сморщенные. Подмерз и картофель. Я снимаю уже спустя 2 дня, и видно, что он отрастает, хоть листья и приморозились. Это бархатцы. Я не высаживала рассаду цветов, лишь 4. Цветочка, они погибли. Это лагинария, стояла под укрывным, но это ее не спасло, хотя кабачки спасло, но то кабачки, а то лагинария. Томаты находились над форточкой, форточка была закрыта, но через щель все-таки шел холодный воздух и пострадали верхушки и листья, а рядом стоят томаты в нормальном состоянии, цветут. Огурец. Огурец, во-первых, сидит на теплой грядке, в теплице и еще под укрывным материалом. Поэтому он не пострадал. И это радует. Но не будем о грустном. Картошка отрастет. Огурцы не пострадали. Рассада еще в домике. Перец под укрывным и в теплице также не пострадал. Цветет и завязывает плоды, что не может не радовать. Есть жимолость, она не боится в возвратных заморозках. Осталась и смородина, хотя немного и подмерзла. Томаты, пожалуйста, дадут пасынки, уже дают. А те, что не пострадали, уже и завязывают плоды. Рябина, если муравьи нам что-то оставят, тоже будет черноплодная. Можно будет делать компот. Правда, нет яблок. Будем любоваться цветами. Петуния, ландыши. Ландыши обычно у нас в июне цветут позднее. Но так как май был теплым, они цветут сейчас. Папоротник немножко подмерз, но эти листики были внизу еще маленькими. Ландыши их прикрыли, и он оцелел. Незабудка, она не боится заморозков. На этом сегодня у меня все. Я желаю вам, чтобы было тепло и в душе, и на улице. Всего доброго и до новых встреч!